Так, Наруто в Mountain Blade. О! Ебать! Добро пожаловать в Mountain Blade Warband Naruto! Era of Shinobi! Вам необходимо создать своего персонажа. Помните, что в мире ниндзя, изображенном в игре, в войне и политике обычно доминируют мужчины. Однако это не означает, что вам следует играть за женского персонажа. За мужчин будет несколько легче начать. Гигант, мужчина-чунин, учиха, наследие крови, член какого-либо клана. Эда Тенсей. Блин, я уже Наруто не особо помню, если честно. Ребят, ну что, восстановим мощь клана Учихи. Это сценарий, в котором Мадара победил, и весь мир стал Учихой. Охуенно. Так, погнали. А, здесь не переведено. Ваш отец внезапно был вором, блять. Вором, оборванцем, музыкантом, жажда мести. Так, ловкость 170, блять. Вот это Учиха, нахуй. Так, реалистично, естественно. Учиха Толик. Ник как у школьника. Ну, охуенно. Качаем метательное оружие. Одноручное. Верховная езда. Ну, наверное, надо будет. Железную кожу. Мощный удар. Тут лидерство нас вообще не интересует. Ебать. Ну, это чистый Учиха Толик, парни. Это оно. Так, сейчас. Подожди, а чё женский персонаж? Я же вроде... Учиха это по классике женский, что ли? Ну, смотрите, шаринган сразу есть. Это довольно прикольно. Сейчас какую-то красоточку выберем. Опа! Не, ну, Учиха это должны быть темные волосы. Так, три раза клацаю, парни. Раз, два. О, не, охуенно. Так. Во! Учиха Толик готов. Вы прибываете в мир ниндзя, мир, раздираемый войнами между молодыми государствами, которые непрестанно сражаются за власть и за земли. Это настоящий рай для шиноби и наемников, головорезов и искателей приключений. Короче, для всех, кто готов рисковать своей жизнью в погоне за богатством, могуществом или славой. Опасность поджидает вас на каждом шагу. Где искать удачу, если не здесь? Сейчас вы стоите на высоком холме, осматривая земли внизу, и вы чувствуете, что ключ... к вашей судьбе в ваших руках. Все дороги этого мира открыты для вас. И что бы вы ни выбрали, вас ожидают удивительные приключения. Что происходит? А, нам историю рассказывают. Так, история 07. Это опенинг, начало прохождения Толика Учихи. Это можно скипать, или я обязан это до конца слушать? Так, все, картинки закончились. Так, это я не помню, это чья была земля, парни? Вот эта иконка. Так, деревня... О, Коноха вот тут. Так, окей. Ну вы же понимаете, что этот мод максимально криво сделан. Вы ожидали же какой-то качественной проработки. Что это, блядь? Я не знаю. Это что было? Терка какая-то, блядь. Ну я понял, да, вот. Все народы жили в мире, но пришел Толик Учиха, который все изменит. Ебать. Толик Учиха. Что происходит, блядь? Какой-то дед. Ебать, что творится? Это основной враг Толика Учихи, ребята. Учиха Толик. Мэнг. А, тут, видимо, не переведено, короче. Новое задание. Вы получили новое задание. Поиски магистрали. Бля, перевода нет, что ли? Надо было на английском играть, наверное. Так, шиноби, облако. Готовьтесь, выходим на рассвете. А, это спутник какой-то, видимо. Так, а ну-ка. У меня есть 105 динар, кунай, зангетсу. Ебать, это какой-то, по-моему, кстати, пиздатый клинок. Просыпайся. Вы выходите... Блять, как в это играть? Оно все глючит, пиздец. Hello, stranger, I am Shoei. У тебя есть вопросы? Ничего, ла-ла-ла. Ебало переводчика представили? Ничего, ла-ла-ла. Ебать. Что произошло нахуй? Тут надо победить, видимо, да? Не, ну я не ожидал, конечно, что здесь все качественно, но то, что здесь все настолько хуево, я даже представить себе не мог.
Так, хорошо, в этот раз я начну за гиганта. Понимаете, здесь, я так понимаю, у всех юнитов 170 ловкости. И из-за этого есть небольшие проблемы, связанные с тем, что все очень быстрые. Посмотрите, как я кидаю, блядь, эти штуки. Сюрикены. Это просто, ну как? О, это другой дед. Или тот же? Нет, это тот же. Блин, что это за дед такой, интересно? Я не знаю, парни. Просто не спрашивайте, пожалуйста. Так, очень важно в начале вот этого замеса затащить. И тогда получится, мне кажется, начать играть. Мне главное на глобальную карту выйти. Дальше я, ну, разберусь, что делать. Сейчас нужно аккуратно постараться затащить. Надо выбрать какой-то вариант ответа, возможно, который не, ну, не заставит меня с ними драться. Блядь, тут, понимаете, как будто... Ну, я даже не знаю, что нажать. Any news? Блядь. Да, блядь, тут невозможно затащить! Ну, тут какие-то... Ну, что за хуйня? На английском языке запущу. Мне кажется, так будет проще понять. Типа, ну, в оригинале. А то, мне кажется, это просто русификатор кривой. А ну-ка, парни, сейчас все изменится. Опа! И здесь перевод нормальный. Кем вы были в начале? Солдатом... восьмой какой-то... Короче, я был вором Шиноби. Дальше я пошел на миссию С... Потом выучил гиндзюцу, и мой сенсей умер. Поехали. О, вот это грустный дед. Это веселый. Нужна какая-то аниме-прическа, но здесь... О, вот, отличная аниме-прическа. Левел первый. А, тут прям на главы разделено. Левел первый. Great Lord Nitobe. Блин, жаль, нет русификатора нормального. Так, теперь, ребят, пытайтесь перевести, что здесь снизу написано. Сейчас должно быть нормально. Да. Потом мне скажете, что здесь было написано. А, это года. В 332-м территорию захватили. В 403-м Древняя Империя восстановилась. Так. А, и тут теперь страна молнии, что-то там. Блять, короче, надо выучить английский нахуй. Пиздец, это так важно переводить всякие рофлы. Вот интересно, если каждый день хотя бы по часу заниматься английским, через сколько ты сможешь, блять, все понимать? Я просто отдельно, ну, как бы, слова понимаю, и там, в принципе, могу уловить смысл, о чем идет речь, но просто теряюсь иногда. Но здесь, видите, нормальный, не уродский перевод. Вот чел, который переводил, блядь, с тобой все нормально? Зачем выпускать перевод, в котором написано «ничего ла-ла-ла», блядь? Это вообще как? Ну, лучше бы вообще не переводил. Я скачал этот перевод и охуел просто. О, кувырка... Нихуя себе! Это что было? Он улетел куда-то, потом вернулся. Ебать, а анимации-то какие? Так, сейчас главное на глобалку выйти. С остальным я разберусь. Сейчас, если что, поможете мне с переводом. Там была кнопка, короче, чтобы скипнуть Зиндар. Сейчас все разберемся, не переживайте. Блин, кстати, хорошая идея минимальную сложность поставить. Так, Undead Толик, что он говорит? Восклицательный знак, он сказал. И потом три точки. Ебать, он немногословен. You are happy boar! Это же переводится буквально как веселый кабан. Ебать. Ну, эта игра подкупает, конечно. Поговорите с Сакером, чтобы присоединиться в Альянс. Так, а где Сакер? А, вот Сакер. Так, Undead Толик говорит Сакеру. A drink. Он говорит, great. Что ты хочешь? Мне нужно что-то, чтобы выпить. Альянс Шиноби что-то там типа распался. Нажмите Tab, чтобы выйти в локацию игры. Блин, давайте я реально, кстати, подкручу сложность, чтобы мне не так легко ебало ломали. А то 149%, мне кажется, это многовато для этой темы. Так, в сундуке я могу себе выбрать броню, кстати. Но она стоит денег, да? А, нет, я могу сам себе выбрать. Cloud Sword. Так, давайте приоденемся. Чидори, это что? Ебать! Так, сейчас выберем. Мангеку Шаринган, парни, взять? Или Чидори все-таки? Блин, ну Мангеки имба, мне кажется, все-таки. Бери камни, блядь. А это что нахуй? Блядь, разработчик мода, ты ебанутый? Какой нахуй звезды? Блядь, чувак. Так, ну ладно, хорошо. Я беру Лайтсейбер, Шаринган, Катун и Чидори. Так, охуенно.
Так, по броне давайте посмотрим. Клауд, Вест. Во! Охуенно. Так, будем за Коноху топить, парни. Undead Толик за Коноху. Ботинки не нужны. Тут просто нет подходящих, как будто бы. Так, ну давай. Охуенно. Так, у меня есть два Мангёка Шарингана в руке. Одно Чидори и 15 этих самых огненных приколов. Блин, ну я должен затащить сейчас, я считаю. Сразу выходит... А как вообще работает Мангёка Шаринган? Мангёка Шаринган. Ебать, скорость повышается, точность. Ебать. Это баф, типа, жесткий. Так, окей. Ну ладно, я готов. Hi there. Так, подожди. С левым альтом можно быстрее бегать. Прикольно. Здорово, Гарик. Блять, как выйти отсюда нахуй? Я Undead Толик, я могу стать легендарным шиноби? Блять, просто дайте мне выйти на карту и все. Я дальше уже разберусь, как играть. Фэт Робин. Это кузнец. Мангекю Шарингал. Разъебал. Я там уже готовился влетать на него с Чидори, когда он выйдет с Шарингана. Но он что-то не пошел дальше, ребята. Это был Пейн, вот этот чел в очках, блядь. Пейн, он говорит, no pain. Do you hate me? Very funny. But I heard that episode animation sucked. Было дело, да, рисовка там реально странная была, блядь. Так, можно купить лошадь у него. Я не понимаю, здесь можно выбраться? Или этот мод, типа, он, ну... Ебать, я вышел. Стоп, я вернулся почему-то. Пейн начал лошадьми торговать, да. Так, сакер. Play Blackjack? Ебать, что? Какой нахуй Blackjack с сакером? Нахуй он сюда это вставил вообще, блядь? Что в голове у разработчика этого мода? Он такой, так, звездный меч, это нам надо. Блэкджек с тавернщиком? Конечно, конечно. Без этого никак. Так, 16. Давай еще. Блядь, банкир стей, ну и я стей давай. Нет, все, не хочу я с тобой больше играть. Что там по поводу работы? Так, нам нужно тут найти какого-то мага. По квесту мне нужно recruit in Zendar and send up army of yours. Looking for a wizard. Типа мне нужно набрать армию, я так понял, да? Ой, блядь. Чувак, ну ты отлетаешь от одного Мангеку. Нахуй нам это надо вообще? Братик, ебать, ты, ну, противника себе по уровню выбери, блядь. Ну, серьезно. Там перед заставкой была кнопка, короче, скипнуть Зендар. Было написано, что иначе застрянешь в Зендаре. Ебать, а нахуя он проработал Зендар и персонажей здесь? Если Зендар считается лагнутой локой. Ну ладно, окей. Все-таки я хочу быть Учихой. Учиха Толик это было топ. Ебать, я даже немного испугался от этой резкой агрессивной смены лица его. Так, сейчас, парни. Как выглядит Учиха Толик? Да. I want to skip. Да. Так, здесь показывают фракции, которые есть, и ветки прокачки. У Акацки ты сначала Dark Pilgrim, потом Акацки... Ага, прикольно, прикольно. Так, карту далеко отдалять не стоит, парни, тут игра переворачивается. Так, а ну-ка, что я имею в итоге? У меня есть кунай. Подожди, это у нас какая фракция? Страна огня... Страна камня. Нихон. Хз, что это? Бомбара Сент Альянс. Так, за кого будем катать, парни? И тут еще есть несколько челов в стране молнии. А, и есть секретный хайдаут Акацки. А ну-ка, давайте к Акацки зайдем. Прогуляться около реки. Ебать. А у Акацки, кстати, скрытый. А как я должен туда попасть вообще? Подожди. Так, ребята... Учиха Толик идет разносить Акацки. А, тут по воде можно бегать. Чакру в ноги и пошел, парни. Блин, жаль, у меня нет моего Мангёку. Ой-ой-ой, тут суета какая-то, ребята.
Ебать. Уф, нахуй. Где-то рядом главный враг. Кто это? Нормально. Но это крип, парни. Серьезных противников я пока здесь не встречаю. Ебать! Вот он, Учиха Толик. А, я не понимаю, я только что телепорт сделал, блядь, или чё? Какой смысл вообще от этой локации? Я что-то не очень понимаю. Давайте попробуем с катаной подраться. У меня просто заканчиваются кунаи, походу. Ой-ой-ой, тут какой-то серьезный дядька. Тихо-тихо, я в скрытности. Я в скрытности, сейчас я разъебу, пока он не видит. Учиха Толик. Работает. Меня заметили. Оу. Это серьезный противник. Блять. Меня разъебали, парни. Жесть, они серьезные, кстати, акацки. Ну, надо собирать отряд, парни. Шутки закончились. Потихонечку набираем себе отряд. Первые рекруты. Сколько у меня денег? 5 йен. Так, давайте прогуляемся по Акаяме. Это известный город страны огня. Похоже, кстати, на замки в Арбанде, но мы знаем, что это страна огня. Так, а ну-ка. Нихуя себе. Что-то жесткие тут типы какие-то. О-о-о! Во, другое дело. Подожди, 5000 стоит Green Lightsaber? А что такое Anbu Helper? Это типа кто-то из Anbu тебе поможет? 17000 стоит. Ну, лошади здесь продаются, кстати, спокойно. Тут у нас сидит Каге Ясутори Учиха. Опа, лутеры. А ну-ка. Yo Ninja Throw Smoke Bomb. А, я кинул, типа, дымовуху и убежал, блядь. Лол. Так, Y. Ну, это можно позвать лошадь. Давайте, мужики, разъебите. Полетели! Так, хорош, парни. Ну, блин, я Толик Учиха. Здесь как бы не шутки. Ну, можно засолить кого угодно, мне кажется. Мораль тут даже показывается. Так, ну ладно, я пойду уже отдыхать, ребята. Но полноценное прохождение этого мода, конечно же, будет. То есть я, в принципе, понял, что это очень лютая тема. И можно приятно провести время, поэтому... Скорее всего, я все-таки пройду его полностью от начала до конца. Сегодня прям хорошо постримили. Конечно, на Вандерлорде была душка. На Наруто было супер кайф. Надо придумать, во что покатать, парни. Что у меня вообще нет идей особо. Но я что-то придумаю обязательно. Спасибо всем за просмотр. Скорее всего, увидимся завтра. Спасибо всем за подписки, за донаты. Давайте, ребят.